Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы. Здравствуйте, милые мои девчоночки. С вами Елена. Сегодня у меня информация для наших милых девушек, для наших милых женщин. Итак, девочки, если вам интересна информация о том, как можно за одну ночь убрать 5 лишних сантиметров с талии, то оставайтесь со мной. Сделаем это вместе. Как вы уже поняли, сегодня мы будем убирать лишние сантиметры с талии всего лишь за одну ночь. До 5 сантиметров, представляете, до 5 сантиметров вы сможете убрать этим средством лишние сантиметры с талии. Что нам для этого понадобится? Ну, во-первых, яблочный уксус. Во-вторых, морские водоросли, которые мы с вами покупаем для приготовления суши. Вот видите, оказывается, с них не только можно приготовить, покушать, но и сделать себя красивой. Пищевая пленка. Для удобства еще можно взять обыкновенные перевязочные бинты или кусочек марли для закрепления. Ну а сейчас я вам расскажу, как же мы будем с вами при помощи вот этих двух продуктов убирать лишние сантиметры за ночь, за одну ночь, имейте это в виду, с талии. Нам с вами нужны, значит, водоросли для суши. Итак, сейчас я вам все покажу, как же это работает. Берем пачку водорослей, достаем их. Вот, вот такие они у нас красивые. Далее берем с вами яблочный уксус и наливаем поверх водоросли. Вот так, вот так, вот так. Налили. Она сейчас размокнет. Так, прям рукой берите, промазывайте. Вот так. Промазывайте хорошенько. Все. Она у нас с вами размокла. Берете ее и наносите на живот, на бока. Далее нам с вами понадобится пищевая пленка. Как только нанесли на живот, обворачиваем себя хорошенько пищевой пленкой. И для удобства можете еще зафиксировать такой, значит, компресс бинтами. И ложитесь в баиньки. Утром встаете, снимаете с себя этот компресс. И опа! Результат-то налицо. Подойдите к зеркалу, замерите себя сантиметром. И вы просто-напросто удивитесь, потому что лишние сантиметры за ночь у вас растают, как будто бы их и не было. А перед этим еще с вечера, перед тем, как делать такой компресс, вы возьмите себя также, замерите сантиметром, на бумажечке себе запишите, чтобы не забыли, и утром поразитесь результатом. Вот, в принципе, и весь секрет. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Заходите в гости на мой второй канал «Домашняя кухня СССР». Буду всем очень рада. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Пошла себе делать компресс и ложиться спать. Всем удачи! С вами была Елена. Пока-пока! Убирайте лишние сантиметры всего лишь за одну ночь вместе со мной. А потом делитесь отзывами в комментариях. Всем спасибо за внимание!